Это. Нет. Вот это ананас? Киви. А что ты хочешь? Я хочу киви. Хорошо. А киви, а как они развешиваются? По 100 грамм? 100 грамм киви? 10 дек. Я вам разумею. А я не хочу ничего. Ну, мы с этим уже принцессу попросим, не будешь мне попасть на то скло. Не шла до того. Это у кого правильно? Забери. Стой, чистый. Стой, пожалуйста. Ой, Мати, забери, скажи, что ругается. Я не знаю. Попробуй. Я вам там дам так лепит пустичек, 64 грамма. Йо. Агата, не перестаняйся. Врачи шесть. Шесть. Это было просто... Не трогай руками, мы все увидим. Дайте еще конфеты. Дайте ей конфеты. Дайте вам конфеты. Давайте все, мы купили тебе одни конфеты, этого достаточно. Так, все, не шла по рукам. Отойди в сторону, вот так смотри. Больше не хватает. Какие бонбонки? Какие там мягкие? Какие у Кашпани? Мяпитки не было. У Каш... Ты сами не шла. А то скажешь. Так, хорошо. Конфеты будут только на яшке. Дали попробовать барубку, чернику. Вот это сушеная. И она очень вкусная, мать ей понравилась. Я говорю, вот теперь вместо конфет, она... Я... Только яички. Мы с тобой как-то раз проходили. Они туда добавлены сахаром. Но они все равно такие подслащённые. Нашла свои конфеты? Да. Я ему как-то предлагала. Он такой, не хочу, сейчас попробую. Это не твои, вот другие. Киви, можно? Вот это. Можно киви? Да, попробуй. Вкусно тебе? Мануфактура, вот потом я сделаю как-нибудь блок очень хороший, вот эта косметика вся природа. Да. Вкусно? Конфеты только на день рождения. Что-то прям А ты взяла конфету. Вот киви вкусняшка, да? И кисленько так, и полезненько. Нет, конфетки полезненько. Агата конфеты полезненько. Ты же, между прочим, Агата тоже лет до трех вообще сладкое не ела. И Матей вообще, а Матей до трех лет вообще не пробовал. Она-то пробовала, ей как-то было неаппетитно. А Матей просто вообще не пробовал. Он даже не знал. Ты что будешь пить с собой? Коктейль молочный? Да. А ты? Сок. Яблочный, как всегда, да? Да, сок. Хорошо, садись. Апельсин. Апельсин? Ты разве апельсин покупал? Яблочный. Это какая-то вот игровая площадка наверху, похоже. Нет, апельсин нарисован. Тут все изрисовано каким-то зверьем. Саламандры, меняющиеся и дикабр разами. Матери все время деньги любит. Это самый умный. А, к сожалению, Матей, про дельфинов такая штука, что они, конечно, умные, но они не настолько добрые, как они в книжках. Как они пишут, да, и фильмы снимают. Они нейтральные, на самом деле. Это мы здесь еще ни разу не были. Да, его здесь и не было раньше. А я хочу. Не знаю.
та какая-то за ней. А, смотри, она там записана. Агата. Агата. Ну тут так и не. Агата, смотри. Иди сюда. Тут развиваться надо. У меня чистые. Мама, смотри. Мама. Аккуратно держись какой-то. Пролезай. Ух ты, какие штуковины. Мама, это специальные, специальные штуки для мартышек. Я лезу. Для мартышек специально. Иди сюда. Я не мартышка. Я Агата. Смотрите. Залезешь, наверное, смотри, залез по тебе. Ой. Аккуратно. И я хочу. Нет, по трубе это вот там можешь залезть. Вот там вот по воде веревочка можешь залезть. Вот здесь. Бесплатно? Тут никого нет? Да вы что, бегали? Ну тут еду какую-то веревку дают. Да, Мишка. Сможешь залезть? Сможет, конечно. Держись, она просто не спала и может это уже, она уже ходит, шатается. Помоги, помоги ей туда вылезти. Помочь? А, держи. Полезешь? Вот тут какие-то такие прикольные, как лепестки. Как лепестки. Только там не упаду. Я уже тут, как ухожу всех, наверное, носков. А как я все лезу? Вот тут я тебя возьму. По трубе. Ой. Давай, присядь, присядь. Спусти ножки. Оп. Оп. Иди вон туда посмотри, что там. Я могу там. Вон там еще куча, мы сейчас уже уходим. Гамак. Так, аккуратно, пожалуйста. Мама, это ты! Ты не пойдешь, да? Мы потом сюда приедем. Иди вон гамак, смотри, как вот. Батарейка сейчас. Ребята, если что, пока. Пока-пока. Мы сейчас уже едем домой, у нас садится батарейка. Да, вы в этом влоге увидите. Мы засняли нашу дорогу, как мы ехали. У нас просто ностальгия по нашей деревне. Как вы раньше жили. Да. А к этому торговому центру можно проехать либо через город, либо через такие деревенские. Мама, да. Что ты? Да, да. Прикольно! Прикольно, да. И очень красиво, видишь, такое дерево полированное. Здесь что-то, да. На каждом что-то написано. Мы не спешим, не успеем, не спешим. А это все, знаешь, производство Испании, оказывается. Почему? Ну вот здесь написано, что это испанского производства. Какая-то фирма испанская, которая это делала из Сарагосы. Сарагоса. Я оттуда ее не сниму. Ой. Агат, я тебя не сниму оттуда. Ой. Давай назад. Там есть. Как она так меня снимет? Окно. Я не сниму тебя оттуда, слезай. Я боюсь. Где моя? Че? Там же сетка натянута. Че? Там сетка натянута. Да, но оно так, через это уже. А, но она свисает от балкона. Да. Я боюсь. Ха-ха, че, головокружение? Оооо. На семье такие-то возьмем. Вот это домик. Да. Мама, я иду куда наверх. Окей, помоги ей забраться куда наверх.
Куда хочешь? Ну давай. Мама, папа. Ага, ты тут? Баба сейчас придет, да она тут? Пошла за пакетом. Иди сюда, Агат, смотри. Да, вот за матерью. Не бойся, ты не понимаешь. Тут нормально, ты не упадешь, она держит крепкие. Вот и мама. Спокойно можешь пролезать, тут очень крепко прям. Посмотрите, какие замки. Пролезай спокойно. Спокойно. Ну, мам, я здесь снизу, тут прикольно. Видишь, с подсветкой все сделано, с тобой красиво. Да, давай, иди, не бойся. Я сюда наступаю. Хорошо. Очень иди. Прикольно. Ой, совсем не страшно. И совсем не страшно. Точно. А там куда? Она там сможет пройти? Да, можно. Ты сам боишься, я тут крепкий.